друзья. У нас часто задают, знаете, на канале вопросы, говорят, ну, начиная от простых, там, почему такой умный, вот говорят, а иногда так уточняют, говорят, что вы сейчас читаете, какую книгу вы читали последней, говорят, может быть, вы посоветуете что-то почитать. Вот я, друзья, хочу сказать, это последняя книга, вот, которая у меня в руках сейчас, она, ну, выглядит солидно, да, толстая. Называется она, если вы можете название видеть, это, давай я вот, может быть, так покажу. Это история шотландского виски. История шотландского виски. Вот. И я очень советую, что ты так как-то камеру отводишь. Угу, чтобы видно было. Чтобы видно было, да. Значит, limited edition. Это не для всех, как бы на всех не хватает. Но я отвечаю на вопрос, что почитать молодому поколению, где, так сказать, набраться мудрости жизненной. Вот я хочу сказать, что, друзья, вот это я рекомендую. Я рекомендую сейчас вот такую литературу. Издают, она, конечно, лимитирована, как тут написано, limited edition, но это вот и для мудрости хорошо, и для, знаете, для, как сказать, гармонизации внутреннего мира и отношений с другими людьми, так сказать, в борьбе за мир во всем мире тоже, если кто-то интересуется, вот я, так что вот отвечаю на ваши вопросы. Спасибо, задавайте больше вопросов.